Сейчас мы находимся на Спартаке у Вики и ее бабушки Вали. К сожалению, судьба этой прекрасной девушки, уже ей 14 лет, можно назвать ее девушкой. 12. Нету? 12. А, 12. Ага, дядя Андрей. Я уже что-то... Говорит, ну вообще, она вообще молодец, красивая девочка. Судьба, конечно, у нее печальная. Почему? Потому что у нее мама умерла. Потом вот недавно умер и папа. К сожалению, теперь ее воспитывают бабушка и дедушка. Они находятся на Спартаке. Тут всего два ребенка. Одна Марина, она уже постарше намного, а Вика вот здесь постоянно. Вы все прекрасно знаете, что она живет в подвале. Вот этого многоэтажного здания. Вот здесь у нее, видите, труба выходит и в подвале. К сожалению, мы не можем сейчас пройти в подвал. Почему? Потому что там нет света. Раньше мы помогали, покупали им аккумулятор, но, к сожалению, срок службы аккумулятора, обычный машинный аккумулятор, он прошел. И сейчас у них нет света, там они пользуются свечками. Если у кого-то будет возможность, просто-напросто приобрести на поселок Спартак, вот в семью Вики и ее бабушки Вали, аккумулятор, чтобы они могли в подвале во время обстрелов, вот как здесь сейчас в этой кухне на улице смастерил дедушка ихний. Она учит здесь уроки, вот получила книжки только в школе. Сейчас мы привезли продукты, вот проведать их. Почему? Потому что ну, очень сейчас трудно с питанием. Благодаря одному замечательному человеку, это Яну Райдеру из Германии. Спасибо огромное, Ян, спасибо всем, кто помогает. И еще раз, ребята, ну, приедьте хоть сами, как будет, у кого возможность. Привезите аккумулятор этой семье, этой прекрасной девочке Вики и ее бабушке. Спасибо, спасибо огромное, низкий вам поклон. Спасибо.